Ну, поначалу нормально было, бахкало, но в районе Студенческой. Ну. А недавно, два дня назад у нас вообще вот сюда во двор упало, и там в соседнем, за этим домом, короче, там в соседнем дворе в подвал залетел снаряд. А сейчас вот я слышу, что-то взрывается, вот успел как-то спрятаться, слава богу, что обошлось. Там дом. Да, я понял. Мы сегодня поехали снимать пожар.